Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и разработчики выложили новый розыгрыш кастомизация. Среди наград исключительно все, что сможет визуально что-то приукрасить у вас в ангаре, либо ваши машины. Что касается фона профиля, я, допустим, вообще не понимаю, в чем ценность фона профиля в нашей игре. Его по большому счету видят только те, кто заходит на ваш фон профиля для того, чтобы заценить вашу статистику. Мне, допустим, абсолютно по барабану, как выглядит мой фон профиля в глазах других игроков. Мне, допустим, гораздо было бы более интересным, если бы был не фон профиля, а фон ангара, чтобы здесь было не так, как у всех, а мое какое-то такое внутреннее пространство. Ну вот, допустим, там, люблю я какие-нибудь фэнтези, да, там, приколы, и у меня тут все в стиле фэнтези, какой-нибудь замок, какие-нибудь там маленькие тролли куда-то ходят, короче говоря, что-нибудь типа такого. Было бы классно, было бы интересно. Ну а что касается фона профиля, свое мнение я уже сказал, и выкладывать за него реально деньги или голду я лично не вижу абсолютно никакого смысла. Ну разве что выбить откуда-то из какого-то события сугубо на дурняк. Что касается всех вот этих вот обвесов, да, не спорю, некоторым машинам обвесы подходят, некоторым нет, кто-то любит, кто-то не очень. Мне некоторые нравятся, а некоторые не заходят абсолютно. Короче говоря, друзья, давайте будем обсуждать исключительно калькуляцию. Не будем спорить о вкусах, не будем спорить о том, красив ли вот этот вот лось сахатый анимированный. Ну и вообще, в принципе, стоит или не стоит крутить, это дело каждого, и каждый для себя в игре выбирает то, что ему нравится. Кому-то нравятся красивые фоны профиля, кому-то нравятся красивые камуфляжи, кому-то нравятся обвесы, а кто-то считает, что лучше бы потратить денежку на что-нибудь другое. Давайте посмотрим. Стоимость прокрутов. В целом, я бы не сказал, что до, там, допустим, 9 уровня кусается по ценнику, но даже до 9 уровня вы сольете практически косарь голды, а точнее даже больше, чем косарь голды. Но если пойдете еще дальше, то суммарно все прокруты вам обойдутся в 9280 голды. Это если вы захотите забрать прям совсем все-все-все, что здесь выложено. Что касается шансов выпадения чего-то классного, то контейнер с кастомизацией целых 21%. Но хорошо это или плохо? Контейнер с аватаром и того, мне кажется, бессмысленная затея. Аватары и так у нас довольно часто выпадают откуда-либо. Что касается хранителя неба, а вот он мне действительно очень сильно нравится, то всего лишь 0,09%. То же самое касается и второй штукендрюции, у которой вообще 0,06%. Таким образом, получается, что действительно самое интересное, самое классное, самое ценное имеет крайне низкий шанс на выпадение. Поэтому, в целом, друзья, я бы не сказал, что вы отсюда позабираете годно-годного. Особенно фон профиля, как я уже сказал, 0,06. И давайте будем говорить откровенно. Если вы даже вот это вот все себе заберете, то не лучше ли было бы задуматься над приобретением чего-то стоящего в магазине, легкодоступного к приобретению? Ну вот, допустим, есть у вас 9280. Что у нас самое годное в игре? Ну, конечно же, машины, которые вы берете, на которых вы катаетесь, на которых вы получаете удовлетворение от боев и на которых вы зарабатываете серебро, если это премиумная машина с хорошим коэффициентом фарма. За 11 тысяч вы можете взять себе две премиумных восьмерки и на них фармить серебро. Да, пускай машина не под каждого, допустим, та же самая Лоррейн. Ну и, в принципе, не самый актуальный на сегодняшний день AMX, но это все-таки две машины с двумя кама, с открытым всем оборудованием, с X5 в количестве 15 штук. В целом, друзья, давайте будем говорить откровенно, 9800 это больше, чем восьмерка и семерка. И тоже, кстати, машины плюс-минус на любителя, но все равно это машины. И здесь за 7,5, опять-таки, в полном боевом комплекте можешь катать, зарабатывать себе дополнительно в копилке, поднимать элитный опыт экипажа. И в целом дополнительные две премиумных машины появляются в вашем ангаре. А порой за 9280, простите, голды, а именно столько, как я уже сказал, обойдется вам вот эта вот вся рулетка, вы можете приобрести себе годную, хорошую восьмерку в полной комплектации, еще и сдача останется.
Поэтому вращать данную рулетку или не вращать, решать, безусловно, вам. Я ради интереса один раз крутну на 20-ку голды, так чтобы здесь плюс-минус сравнять свою копилку. Вчера, кстати, немножко маханул и нажал вместо кнопки отмена кнопку купить и потратил 8000 золота на то, чтобы себе фиксера открыть. Сугубо случайно хотел посмотреть, куда я доберусь. Вот сейчас за 20 голды я забираю себе обвес. Я считаю, что это круто, это классно, это безусловно очень выгодно сейчас получилось для меня. Но больше чем уверен, что если крутну еще раз, то мне выпадет что-нибудь из осколков. И поэтому делать я этого в дальнейшем не собираюсь, потому что цену голде я все-таки знаю. Обвесу я безусловно рад, спасибо большое, мне было очень приятно. Ну и к слову, ребят, если вдруг вы хотите посмотреть, сколько вам там чего осталось до чего-либо, да хватит мне показывать заставки-то в конце концов. На этом аккаунте я еще заставку не смотрел, поэтому, друзья, придется потерпеть. Сбросить, к сожалению, технически возможности нет. Так вот, друзья, продолжая разговор, хочется отметить следующее, что мне показывают вторую еще заставку. Еще раз огромное спасибо, у меня планировалось 3-минутное видео максимум, ну а теперь я посмотрю заставки на все машины. Круть несусветная, обалдеть, просто супер, спасибо большое. И давайте еще третью заставочку. Нет, третьей заставки не будет. Правильно, потому что я еще не открыл себе третий танк. Так вот, если вы нажимаете вот так вот, для того, чтобы посмотреть, сколько вам не достает, нажимаете ускорить, то вот здесь вот, если вы случайно нажмете кнопку купить, вы сольете сразу голду. Переспрашивать у вас никто не будет. Я вчера это сделал, на 8 косарей голды помельчала моя копилка, ну а настроение упало ниже плинтуса. Чего ни в коем случае не желаю никому. Вот такое вот честное мнение по поводу розыгрыша кастомизация. Если вы за честность, подписывайтесь на канал, возвращайтесь на него, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну а я прощаюсь с вами и пошел пилить новое видео специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!